перед нами поставлены амбициозные цели в сфере науки и высшего образования. И в этой связи я в первую очередь хочу отметить очень ответственную такую многолетнюю политику по отношению к технологиям, к образованию и к науке компании Сибур. Компания очень много делает и в регионах своего присутствия, и в целом инициируя и поддерживая самые актуальные темы, как говорят в науке, на фронтире. Говоря об этом центре, что так должно быть везде. Это больше, чем просто какой-то корпоративный учебный центр. Здесь мы видели, что и школьники могут здесь получать первое знание профессии для своей профориентации. И те, кто получает профессиональное образование, и те, кто уже является профессионалами своего дела для повышения, совершенно точно в этом здании, в этом центре можно будет делать совместные образовательные программы с другими компаниями, с другими образовательными учреждениями. И это будет очень мощная синергия для развития такого, в целом инженерного образования, инженерной экспертизы. То есть мы видим, что нефтехимическое производство сегодня, нефтехимическое производство несколько лет назад, это другой уровень автоматизации, это другие задачи, это другие требования к персоналу, это сочетание профессии различных знаний, это постоянное обновление этих знаний, этих компетенций. И Сибурнтех в этой части – это платформа, на которой мы можем постоянно поддерживать, повышать уровень своего персонала. Я хотел бы сказать, что преподавательский состав здесь подбирается в основном из сотрудников Сибура, то есть это опора на наши собственные кадры, это опора на более опытных, квалифицированных руководителей, которые могут передавать свои знания и навыки более молодым коллегам, собирая лучшие знания, лучшие компетенции по всей компании.